Ты еще не один раз услышишь, что кто-то тебя будет лучше. У кого-то внешность красивее, а кто-то просто более везучий. И голос у них мелодичней, и взгляд до самого сердца жгучий. Да и обещания у них слаще, и жизнь не лес дремучий. Я прошу, если так случилось, то ты себя не вини. Люди сделали свой выбор, будто в магазине они. На прилавках, где дешевые ценности, нынче очень большой спрос. Там картинка просто красивая, а товар внутри гнилью зарос. Но придет как-то человек, который именно тебя искал, и скажет, тут столько неисправностей, но хоть не строит из себя идеал. Не пытайся быть самым лучшим и находиться среди этих пустых. Если ты запал человеку в душу, то не смотрят уже на остальных.